Всем хорошо. С курса дают курсы. Сегодня ребята принесли сладости. День рождения у нашего ученика. И он угощает всех пахлавой. Молодец. И наша учительница. Такие вот вкусненькие. И напиток тоже. Супер. Сейчас будем учиться. Домашнее задание. Завтра в этом зале будет проходить German Open 2023. Сегодня идут приготовления. Уже установлены поляны, флаги висят. И нет народа. Только те, которые помогали устанавливать поляны, игроков, ворота. Настройка музыки, а завтра начнется сам турнир. Наша Аня примет непосредственное участие, я буду заносить результаты в таблице, а вы смотрите и болейте за наших. И вот завтра на этих полянах будут сражаться игроки из 10 стран. Все поляны подготовлены, смазаны. Так что все в предвкушении интересной игры. Еще раз решила разобрать почту. Нам пришло... Здесь немцы любят писать письма. Сразу 4 письма. Одно с радио самого Кёльна, где уведомили, что с 1 мая по 31 октября у нас льгота по оплате за радио. Это приятно. Второе письмо пришло с немецких курсов ИДС Ани, что через неделю она будет сдавать экзамен. Расписано, что надо иметь при себе, что экзамен будет состоять из 4 пунктов. Это Lesen, Hören, Schreiben и шпрехен. Аня усиленно готовится к этому экзамену. И в двух конвертах нам пришли проездные отрывные талончики. В Германии с 1 мая ввели проездные билеты по 49 евро
на общественный транспорт, региональные линии железной дороги, метро, трамваи, автобусы. В предыдущих видео я рассказывала, пока говорила, что мы ездили, снимала во Фрайбург, где мы заполнили анкеты на Deutsche Ticket. И нам сказали, что все обработается, вся информация обработается, и вам по почте придут проездные. Но думали мы, чтобы это будут пластиковые карточки. А нам прислали отрывные талончики. То есть на каждый месяц отрываешь талончик и пользуйся им при поездке. Вот такая у нас есть памятка на украинской мове. Также вот такое было прислано, где вся информация по пользованию проездным. И здесь указано, что гарантия мобильности. Если вы приобретаете в пункте назначения более чем на 30 минут позже из-за отмены или задержки транспорта, вам могут возместить расходы на такси в размере 35 евро. Вся информация указана, где ее можно внимательно изучить и знать, как это потребовать. И другие пункты. Замена убытка. В случае утери или уничтожения вы можете получить единовременную замену за плату в размере 5 евро. Отменять подписку можно до 10 числа месяца следующего. За этим, ну, за следующего месяца. Так что с 1.06 можно перемещаться по этому проездному нам абсолютно по всей Германии, но региональными линиями. Ну и в заключение покажу вам, как цветут мои красотки. Гляньте, вот это самая большая орхидея. Выпустила вот такую вот веточку с цветочками. Еще 4 бутона будет распускаться. Гляньте, какая красота. Наверное, против света плохо видно, какие красивые цветочки. Покажу вам на белой стене. Вот какие. Точечку. Ну, название я, конечно, не знаю. Вот такая белая красавица. Мне нравится, что цветы, когда распускаются, они очень-очень долго радуют всех домашних своей красотой. И вот такая мини-орхидейка. Но цветочки такие красивые и подходят под цвет вазона. Стараюсь, ухаживаю, поливаю их, подкармливаю. И они мне отвечают своей красотой. И вот еще такие у меня есть детки маленькие. Жду, когда увеличится, чтобы пересадить из контейнера
нормальный горшочек. Но корешки растут. Такая детка. А вот это на пенечке. Но уже выпустила аж 5 корешков. Пусть еще подрастет. И можно с пенечка уже снимать, срезать. Вот такой мой цветник орхидей. А вам всем хорошего солнечного дня, мира, добра, благополучия. Чусь!